Приветствуем вас на канале «Стройгарант Анапа». 14 августа вся страна отмечает День строителя. В эту отрасль входит большое количество профессий, от архитекторов до электромонтажников. Но кто же самый главный человек на стройке? Конечно же, это прораб. Именно он берет на себя ответственность за возводимый объект и обеспечивает непрерывность технологического процесса. Именно сегодня мы их и поздравим. Профессиональные строители компании «Стройгарант Анапа» возвели 5 коттеджных поселков на юге России – в Анапском и Темрюкском районах. Один из них – ЖК «Жемчужина» в поселке Цибанабалка. Последние годы здесь руководит процессом прораб Хусен Кабилов. У меня и со времен школьных уже был интерес к строительству. Конечно, приятно, когда строишь дома, люди заселяются, живут, ты понимаешь, что ты им создаешь уют, благодарят тебя, допустим, да, и это в любом случае приятно. Здравствуйте, Надежда Михайловна, это вам. Я должна вам подарки подарить. Да, вкусняшки, да. Я хочу поздравить в лице Хусена всех строителей, а Хусена особенно, это наш прораб, вот, самый лучший, никогда не отказывает ни в каких просьбах, всегда находит слова, он такой прям хороший человек. Поздравляю. Спасибо. Поздравляю. Ждем строителя. А это второй прораб ЖК «Жемчужина» Андрей Тетеркин. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите. Около 15 лет я занимаюсь стройками. Вот. И «Стройгарант Анапа» меня полностью устраивает как компания. Работать в ней комфортно, дома строить интересно. И с клиентами общение проходит хорошо, потому что у нас высокий стандарт качества фирмы, мы его придерживаемся, и поэтому проблем в домах, в стройке у нас никаких нет. «Стройгарант Анапа» мы поздравляем с профессиональным праздником Днем строителя. Желаем интересных проектов, надежных партнеров и успехов в реализации планов. Вам счастья, добра, благополучия вам и вашим близким. Всего хорошего. Строительная компания «Стройгарант Анапа» поздравляет вас как одних из лучших своих сотрудников с профессиональным праздником и дарит вам такой замечательный сертификат на покупку электроинструментов в специализированный магазин. Поздравляем вас! Спасибо! Приятно. Спасибо! В коттеджном поселке Морской руководит строительством прораб Антон Яблочкин. С его участием возведено около 150 домов. Благодарные клиенты всегда рады его видеть. О, какие люди! Добрый день! Добрый день! А мы как рады, что выбрали именно вас, Антон, потому что благодаря тебе, именно тебе и твоему руководству у нас есть такой дом. Дом мечты моей жены. Сейчас мы находимся в поселке Стрелка. Здесь расположен ЖК «Встречный». И со мной рядом уникальный прораб Илья Туликов. Илья, здравствуйте. Здравствуйте. Почему я назвала вас уникальным прорабом, как вы думаете? Не знаю. Наверное, потому что строю 3 ЖК в нашей компании. Целых 3 ЖК? Да. Ну, один уже закончил. Это ЖК «Звездный». Это в Анапском районе. Сейчас, на данный момент, отвечаю за 2 ЖК, это «Встречный», где мы находимся, и в Темрюке ЖК «Азовский». Сколько домов вы построили? 103 коттеджа уже сдал своим обладателям. Да. Что для вас значит эта профессия строителя? Прежде всего, это качественная постройка дома и хорошие взаимоотношения с клиентом. То есть учитывать его пожелания, его вопросы. Для меня это в приоритете, потому что мы строим не просто так, чтобы построить, но чтобы людям нравилось, чтобы они жили в удовольствии и чтобы мечта, которую они мечтали, воплотилась в их жизнь, они радовались тому, что переехали на юг. Жители Встречного всегда рады встрече с любимым прорабом, который всегда поможет словом и делом. Говорят, что жизнь на земле создал Бог, а остальное – строители. И этим по праву можно гордиться и продолжать творить разумное, доброе и вечное. Желаем всем работникам строительного комплекса стабильности и процветания, реализации масштабных проектов и надежных партнеров.
кто приехал на юг, жить на море мечтал. Знай, тебе повезло, ты на скидки попал. Можешь новый коттедж в теплом месте купить. Торопитесь, друзья, в «Стройгарант» позвонить. 8-800-222-20-18. Хутор Воскресенский, улица Молодежная, 1Б. Сайт sga23.ru.